Всем привет! Сегодня за 2 часа мы будем строить ловушки, но точнее они. А я просто буду, так сказать, ловушиться, то есть попадать в них. Очень интересное мне занятие. Так, ну и строить вы начнете только тогда, когда мы запустим салют. Вью. Бах. Можете начинать строить. А я буду, помимо всего этого, еще каждые 30 минут ходить к вам и смотреть, что вы там сделали. Отлично. Короче, один раз... Я пришел. 30 минут прошли, и сейчас давайте посмотрим, что вы тут сделали. Злой гусь. Привет. Free Robux. Так, нажимаем на кнопку. Я еще не сохранил, а ты все сломал. Ой, прости, гусь. Пока, гусь. Посмотрим у Агуши. Виду это вроде бы что-то похожее на коробку с дверью. Наверное, это дом. Ну да, это дом. И тут даже есть лестница на второй этаж. Это будет страшный дом, в который ты зайдешь, и здесь будет дофига ловушек. А чтобы выбраться, тебе надо будет сделать невероятное. А у тебя тут что за ловушка, интересно? О, вот это оригинальность. Вот это оригинальность. Просто взять и мышеловку сделать. Да. А что делать надо? Идешь за хлебом и все. И попадаешь куда-то. Я думал, более оригинальности или более практичности. А это что за мина? Просто мина. А, ладно. Привет. Ну, паштета тут что-то большое. А это что? Лаборатория с ловушками? Больше на ФНАФ похоже. Хап! Веселая лаборатория. Странное название. Но буквы красивые. Ладно, я в желтой команде. Здесь тоже что-то большое. У меня тут какой-то сарайчик. Подарок. Дал уху 300 золота. Это просто сарайчик? На самом деле, этот сарайчик очень-очень серьезный секрет. Это тортик. Странный сарайчик. Так, получается, у нас есть сарайчик с ловушками, лаборатория с ловушками, дом с ловушками, мышеловка большая и какая-то кнопка, которую я сломал. Ладно, посмотрим, что у вас будет получаться. Ух, спокойной ночи. Я вернулся. А, блин, мы уже все хотели воровать. В смысле? Так. Что я сказать-то хотел? Короче, привет, твой гусь. Сейчас будем смотреть, что ты за полчаса сделал. Это бомба с робуксами. А, не нажимай. Конечно, я нажму. И что? Это самая опасная ловушка, потому что когда ты нажимаешь на кнопку, ничего не происходит. Заходи, если хочешь робуксы. А, понятно. Представим, что я тот самый чел, который очень хочет робуксы и даже готов зайти в самые неподозрительные проходы. И... А, стоп! Ничего не произошло. Но робуксы... А это что за гора? Это пещера будет со сталактитами. Сталактит. Кто следующий хочет? Я. Предлагаю сначала вот это вот. Это кнопка запуска обновления билдбот. А, нажимаем. Она должна была на меня упасть, по идее. Я тестировал. Оп. А, поймали. Ловушку. Нет, я в клетке. Как неожиданно вообще. Сейчас сломаю. Мина еще есть. А! Когда на нее наступаешь, она тебя кусает, меня мина съела. Ну и последнее, это просто стул. А, стул, который кусается, да? Нет. Да, вот это было неожиданно. 100 дней выживания на стульчике. Ставлю этой постройке 2 балла. Это что, мусорка, что ли? Нет, это генератор. О, сразу видно, в доме очень много что поменялось. Заходим внутрь, тут 2 лампочки. Одна включается, а другая тоже. Мигают, короче, лампочки. И в этой жуткой атмосфере мы поднимаемся наверх. И здесь еще одна мигающая лампочка. Но... Давайте генератор выключим. Нет, ты мне свет сломал, не знаю. Я ничего не трогал. Уйди за свет. Теперь, вот, видишь, работает. Я все починил. Вот молодец. Free у Games видео. Новое бесплатное видео ухо. Мои типа, да. Идем сюда. Jump туда. Прыгай туда. Прыгать? Прыгай. Прыгаю. Приключения. Ой, нет. А, да, понятно. Уже нет. Похоже на подвал Аркунуса. У него подвал был. Привет. Спаси меня. Так, как тут твоя Happy Lab? Здесь много плитки.
Зачем много плитки? Это что, лабиринт так, какой-то? Куча ловушек. Главное будет забежать. Привет! ОРАХДЗ. Я оранж. Это вообще что? На палатку похоже. Это сарайчик, который похож на палатку, но он сарайчик. А издалека это похоже на огромную металлическую коробку. Тоже верно. Ладно, заходим внутрь. И здесь у нас есть чай с двумя печеньками. Он отравлен. Ты потихонечку проваливаешься в мясорубку. А, за что так жестоко? Я не люблю мясорубку. Осмотрим, что будет через 30 минут. Всем пока. А что это за ловушки такие? Зашел в комнату, а тут ничего просто. Здесь очень много разных комнат. Ух, зайди в ЛС, срочно. Мне угрожают. Ватрушка, я уменьшу популяцию ватрушки. Русска, я веду не тобой. Я не хочу заново загружать, не трогая кнопки паже долго. Ладно, я не тыкнул, так уж и быть. 3 робукс. Ага, что-то совсем не то. Странные ловушки. Найди тайный рычаг, если хочешь робукс. Так, нажимаем на эту кнопку. Ой, что это было? А, на другую. Нажимаем. Заходи, если хочешь робуксы. Я нашел тайный рычаг. И что теперь? Я не достроил. Ты все испортил. Да почему я все время все испортил? Я же вроде все правильно сделал. Прошу не тыкать ни на какие кнопки, иначе... Здесь везде разбросаны стулья. Поднимаюсь наверх, на второй этаж. Там стоит стрелка, и она показывает куда-то туда. На свободу. Еще я построил эту самую страшную мясорубку. Нет, ну упал в мясорубку. Дверь отвалилась. Дом тоже в мясорубке, но он живет. Я внутри мясорубки, это как? Это что, заправка? Это первая локация из игры за Stanley Parable. Какая игра? Невидимка. Почему я вижу невидимку? Чтобы она работала, надо сделать вот так. Ай, да почему ты меня пытаешься все время? Ходишь ты такой по траве, и тут бац! Бац! Какая-то штука хорошая ловушка. У вас осталось всего лишь 30 минут на то, чтобы закончить строительство. Ну, поэтому моя микроволновка и телефон не хочет нормально работать, поэтому 1000 миллиардов пинг это нормально. Ну, потому что у меня тогда стенки какие-то взрывали на 18 тысяч кто-то. Даже не знаю кто. У него имя вообще не на У начинается. А, ты там про меня говоришь? Это не вообще, я не знаю. Это все пират мне сказал взрывать. Кто там из пушки стрелял? Из пушки пират стрелял, а я стенку сделал на 18 тысяч. Вот именно! Кто стенку сделал? Ты! Кто лагал? Ты! Нет. Он плачет или что? Я ору, потому что мне грустно, потому что... Ух, не надо. Пожалуйста, не надо. Можно ты не будешь возвращаться, пожалуйста? Почему? Не хочу. Я не достроил, все на страх. Иди достраивай. Спасибо, ух, мне за тебя дом придется ресетать. Почему? Потому что ты тыкнул на рычаг, где... Почему мне кажется, то, что он плачет? Я не плачет. Он каждое видео так психует, не волнуйся. Бедная душа. Можешь кое-что протестить? Иди в дом. У меня пистолет есть. Я видел что-то похожее на генератор на улице. Иди на улицу. Включай генератор. Возвращайся обратно. О, действительно, свет появился. Вот смотри, какой рычаг. Смотри, какой вкусный рычаг. И, в смысле? И где? Зайди в дом. Зачем? Не, я думал, тебя должно было закрыть. Все, уходи отсюда, я обиделся. Время вышло, я начинаю обозревать ваши постройки. Ой. Free Robux. Нажимаем на кнопку. Кнопка исчезает. Заходи, если хочешь робуксы. Совсем не странно. Где я? Найди тайный рычаг, если хочешь робуксы. Где его найти? Нажимаем сюда. И что теперь? Портал появился. И робуксы меня не обманули. И как забрать мои робуксы? Ой. Меня заскамили на 10 робуксов. Ну что это за ловушка такая? Фейковые робуксы. Ну все, я теперь буду жить в пещере из-за этого. Ух, пещерный человек. Я не могу вернуться. Теперь я буду жить в пещере всегда. Короче, если ты меня не вытащишь, то тогда все. Я оцениваю это на... Он пистолет взял. 1. Ладно, на 10. Я на 7. Я согласен с 7. Слушай, ты испортил кому-то жизнь.
Это ловушка? Почему портал коричневый? Просто так. Странный вопрос. Я сижу на стульчике, и здесь есть ловушки. Так, окно есть. Ой. Я прыгнул в окно и куда-то попал. Ой, это реально белая комната. Теперь она становится черной. Нет, не надо. Нет. Где я? Выпустить? Да. На свободу я хотел. Кнопка запуска обновлений? Где? Вот. Кнопка правильно. Запустить обновление. Нажимаем. Нет. Я знаю, как выбраться. Бац. В общем. Мышеловка? Точнее, ухоловка. Мышеловка. Ой, какая ухоловка. И гусей тоже ловить можно. Но они слишком умные. Ладно, следующее. Это стул? Стул. Садимся на стул. Нет, меня под землю запустили. Ой, а что так низко? Жизнь тебя ничему не учит. Ты в прошлый раз на него садился и так же падал. 100 дней выживания на стульчике. Ну это же было давно. Да, давно. Еще дальше. Здесь есть мина, но я на нее не буду наступать, потому что мы все знаем, что мины взрываются. Ну, в общем, вот все мои ловушки. Я оцениваю на 8 из 10. Ну за что? Голда нужна. Все, идем к Агуше. Да, давай ко мне. Ух. Я думал, Агуша сейчас скажет, нет, топ не ко мне. Агуша такой, иди ко мне. Я не жмакать. Так, мы в самом подозрительном доме. Я в такой бы дом бы даже не зашел. Но мне придется, потому что не надо. Что делать? Заходите в дом. Это дом? А где окна? Зачем окна? Понятно, ладно, заходим. Мне кажется, здесь остался свет. Я что-то видел, похоже на генератор. Надо зайти, пойти на улицу. Гениально. Иди на улицу. Сначала заходим в дом, а потом идем на улицу. Идите. Так, я включил что-то. Здесь есть энергия, но ее мало. И чё? Включить ПВП. Страшно становится, да? Ну, вот здесь есть шкаф, написано сидеть в шкафу. Я не умру в туалете. Ай. Мне кажется, в шкаф нельзя было заходить. Я хочу вторую жизнь. Нажал. Нет, мы заперты в этом доме. Почему-то я об этом уже думал. Рычаг ай. Остался. Ух, на дырки не наступай. Ага, я уже наступил. Ой. И Минди тоже. Ой, это что за крестик? Так. Единственный выход там, ага. Но есть проблема, его надо открыть. Поэтому надо нажать на какой-нибудь из крестиков, и эта дверь может открыться. Давай нажмем на эту. Жмакай. И... Ой. Жмакай на крестик. Взорвалась стена. Заходи в эту дверь. Выход! Нет! Не выход, выхода. Так что... А как мне отсюда самому выйти-то? Не знаю. Я ставлю Агуше 10. 9. Я 10. А теперь можно сжечь этот дом. Спайдермен! Мой дом не жарь. Ты тоже. Они стреляют по моему дому, злой дядька. Не надо. Вот так. Создание. Нет. Ой. Резня. Я царь горы. Вы еще с домом сделали? Это вы. Я его защищаю. Это все пух. Портал в портале? О, вот этот мощный. Умеет включать свет, он умеет, не знаю, что он умеет еще. Так, это же ловушка, вы должны нас ловить в ловушку, чтобы я ничего не подозревал. Да? Ну тогда давай сразу перейдем к тому, что я и должен был сделать. Нет, мы упали в мясорубку, как же это, ой, опасно. Нас сейчас за мясорубит. Ой-ой. Я не умру в туалете. Ой, нас зарубило. Я ставлю девяточку, потому что она ловушка. Паштет, ты готов? У меня ничего не готово, но я буду за вами бегать. Вы на бетоне. Я тоже. Мы попали в какую-то хаппи лап. Это ФНАФ. Нет, домой не ходите. Ну, пожалуйста. Дверь открывай. Я типа боюсь. Нет. О, я открыл. Там что-то горит. Розовым. Давайте здесь жить. Здесь, смотрите, как хорошо. Лампы. Тут хлеб нельзя ставить. Тут нельзя ничего ставить. Я не хочу умирать. Самое главное правило не убивать меня. Вы, если хотите. Ой. Вау. Ой. Нас спалили. Все, играем от первого лица, нужно сбежать от меня. Побежали. Ай, двери закрылись. Меня хотят съесть. Меня тоже. Я убегаю. Дверь не открывается. Вы где? Я спрятался. Откройте дверь. Нет. Ха, я спрятался. Я вышел отсюда, ура! Все, Оранж сбежал. А я нет еще. Давай, беги.
У меня вазука есть. Я пощадить его? Я хочу... Нет, не надо лук. Сбегаем. Мне интересно, паштет, что тут вообще ловушечного? Тут никакой ловушки нет. Я ловушка это. А, типа мы от тебя убегаем, и ты это ловушка. Да. Прикольно. Давайте оценим. Да. Я ставлю 10. Мне кажется, это не заслуженно, потому что есть побег, то что это не ловушка. Да, поэтому я ставлю 9. Не знаю, я правда не успел, я не знаю как. Я просто слишком много планов поставил. Да, на этом это видео будет заканчиваться. Вот прошлые битвы строителей. Спасибо за участие Минди, Паштету, Ватрушке, Оранжу. Меня не было видео вообще-то. Агуше. Злому Гусю еще. Был. Всем пока.